Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами на обзоре Черное Уральское. В начале обзора хочу объяснить, почему я в перчатках. После перенесенного заболевания пневмонии у меня очень сильно начали слоиться ногти, и я решила сделать передышку. Так что потерпите, скоро вернутся мои ручки с красивым маникюром к вам. Ну, давайте приступим. Очень много было запросов именно по этому сорту. Очень многие меня просили снять обзор. Она идет вот такими кусочками, с оранжевыми прожилками, вся слоистая, он легко отламывается, то есть он, разломать ее не составит труда. Она вся крошится, такие неровные кусочки. Но есть вот такие вот плотненькие. Прямо чувствуется, что он очень плотненький. Такие пластиночки. Блестит. Жирненько. Интересные. Цвет черный с рыжими прожилками. Ну что, давайте пробовать. Откусывается легко. Чистая. Соленая. Жирные. Прикольненько. Слегка горчит, но кусочек такой попался. Давайте от такого плотного откусим. А внутри, видите, странный кусок. Структура очень интересная. Когда откусываешь вот от таких кусков, которые такие структурированные, она сразу разлетается на мелкие частички и тает. Очень мягкая по сравнению с желтой и с голубой. Структура восковая. А, не хрустит. При намокании в тугое такой шарик жирный. Есть залипание. Очень комфортно для зубов. Прям очень. Структура слоистая. Рыхлая, я бы даже сказала. А, вся ломается. Вот сколько откусила, она горчит.
слабосоленая. Соль не ощущается сильно, но ощущается горечь. По структуре своей напоминает чародейку, только чародейка жесткая, а это очень мягкая. Итак, а, все залипло. Сорт чистый. Сколько откусила, нигде даже намека нет на скрип. Очень мягкий, прям очень мягкий, комфортный для зубов. Жирненько залипает. Соль не ярко выраженная, но ярко выраженная горечь. Она горчит. Вкус мокрой земли, слегка сырости. Но я боялась, что вот я смотрела обзор у одной девочки, она говорила, что это как тина с болота. Нет, не похоже. Сырость есть, но она приятная, не отталкивающая. Такая, знаете, мокрая земля с горечью. Горечь ощутимая. Прям очень хорошо чувствуется. Сейчас еще вот этот плотный кусок странный. Откусим, посмотрим. Ужас. Галимый песок. Прям песок. Мне кажется, это вообще какой-то залетный. Не отсюда он. Ну, в общем, вау-эффекта у меня не вызвала она. Сорт на любителя. Мне не нравится структура. Мне не нравится, что нет хруста. Мне не нравится, что она очень сильно горчит. Прям горечь во рту. Плюс... чистая, без скрипа. Вот эта горечь, она перебивает все. Весь вкус перебивает. Не знаю почему, но очень сильно горчит. И мне это не нравится. Причем вся. Вот сколько я не откусываю. Поначалу она не чувствуется. Поначалу вкус мокрой, сырой земли. Затем намокает. И вот, когда вы ее полностью прожуете, она начинает таять. И появляется вот эта вот сильная горечь, которая просто убивает весь вкус. Ужас. Прям горько-горько во рту.
Вот такой обзор у нас сегодня с вами получился. Всем огромное спасибо за просмотр. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.